Мини-концерт у дома участника Великой Отечественной войны Николая Степановича Николаева устроили военнослужащие 2-й гвардейской армии Центрального военного округа. Ветерану-командиру легендарного танка Т-34, награжденному медалью за отвагу, исполнилось 94 года. Организаторы концерта предложили Николаю Степановичу посмотреть выступление из окна, но фронтовик заявил, что еще не настолько стар, и вышел к подъезду со своей женой Тамарой Николаевной. Разрешите вас, дорогой Николай Степанович, от имени Военного совета 2-й гвардейской армии поздравить вас с днем рождения, 75-я годовщина нашей Великой Победы. Ансамбль песни и танцы Дома офицеров 2-й армии «Волжские казаки» исполнили для ветерана такие песни, как «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате» и «День Победы». Праздничное настроение во дворе решил поддержать и заместитель командующего 2-й гвардейской армии полковник Павел Алексюк. Он вместе с ансамблем спел акапеллу для жены фронтовика Тамары Николаевны, у которой брат и отец были казаками и погибли на войне. С днем рождения! С днем! Военнослужащие 2-й гвардейской армии планируют в течение всего года поздравлять ветеранов такими адресными концертами. Завершилось выступление исполнением песни «День Победы», которую подхватил и сам именинник. Мария Ильчан, Виктория Шара, события.